Всем привет! Рада приветствовать вас на канале про IKEA. Мы снова с вами, снова вернулись к вам и возобновляем наши обзоры с новым желанием, с новыми силами. Сегодня мы снимем несколько обзоров, поэтому не пугайтесь, когда вы увидите на разных видео одинаковую заставку с приветствием. Пойдемте смотреть мягкие игрушки. Кстати, они практически все представлены на сайте. Знаете, что заметила, пока пробегала мимо, мы готовились к обзору. Появились игрушки, которые были 5-6 лет назад, они пропадали. Очень классные, интересные. Вот оно, игрушечное царство. Самое, наверное, любимое место всех детей. Ну что, начнем вот с такого самого популярного товарища, самого известного медведя. Он очень часто мелькает на страничках Инстаграма, ездит куда угодно, путешествует и так далее. Значит, вот такой вот медвежонок. Я думаю, с ним знакомы все, либо практически все. Какие плюсы у икеевских игрушек? Почему я как мама их очень люблю? Смотрите. Все части, вот, например, вот глазик, носик, да, это все вышито. То есть нет никаких деталей, которые ребенок может откусить. Кстати, эти игрушки икеевские очень часто покупают щенкам, котятам, чтобы тоже было не страшно играть, и ценник вполне адекватный. Вот такой мишка 89 рублей. Если, например, купить собачке небольшой там, ну, на поиграть и разодрать его, да, в зоомагазинах за эти деньги вообще ничего не купить. В общем, вот такой вот блер за 89 рублей. Мишка-морячок. Так, ну давайте смотреть, помимо того, как расположены игрушки, чтобы нам с вами не бегать. Вот такая вот обезьяна, орангутанг. Стоит она 799 рублей. Скажу сразу, мне все игрушки киевские нравятся, я не вижу ни одной, у которой был бы какой-то минус. Сейчас, кстати, коллекция вышла реальных таких вот, да, реалистичных игрушек. Вот так вот лапочки складываются у обезьянки, то есть ее можно подвесить себе на шею, что дети часто делают. У меня не получается, это все-таки, наверное, рассчитано на детскую шею, да, а не на взрослую. Есть такая же малышка-обезьянка, мы тоже вам ее покажем. Кстати, вот, да, видите, все крепко держится. Уши, хвосты, лапы, все на месте. Вполне реалистичное, но только нет. Кстати, у орангутанга в природе хвостики есть или нет? Что-то я не помню. Наверное. Если у орангутанга хвостик есть, то обезьянка это без хвостика. А если нет, то обезьянка полусовпадение, наверное. Так, дальше у нас следующее. Собака, овчарка бернская. 499 рублей. Вот такой вот щенок-пёс. Вот они красиво вышитые глазки, очень реальные. Носик. Мне зависла камера. Угу. Вот такая вот собачка. 499 рублей. Так, следующая собачка. Золотистый Red River. Такой вот щеночек. Давайте покажу ушко. Носик, глазик. Вполне симпатичная собачка, соответствует реальности. Только единственное, что голова ушка уж больно низкая, можно было бы вот как-то вот так чуть повыше. Так, забытая всеми, теперь уже это новинка. Бабушка и волк. Вот она, бабулька. Вот волк. Сейчас покажу на большую камеру фишку, смотрите. Все сказку знают. Волк что сделал с бабушкой? Он ее слопал. То есть вы бабушку, играя с ребенком, можете спрятать. Понятно, выставочник я вам спрятать сейчас не смогу, потому что бабушка к волку пришита. В общем, вот таким вот образом бабулька прячется полностью в волке. Бабушки нет. Вот она, воспитанное воспроизведение сказки. Красная шапочка вполне в реальных событиях. Сейчас покажу, какой объем. Вот мой кулак сюда спокойно умещается. Давайте поближе волка покажу. Пасть, пасть прям такая вот, видите, большая, то есть можно играть ее. А, кстати, смотрите, я даже не знала про это. У нас в старой коллекции, у нас такой дырки нету волка. То есть волк бабулю не просто в живот затолкал, а прям вот... Схомячил как надо. И все. А из живота потом его вскрыли и достали. Такая вот игрушка. Волк и бабушка стоит у нас 799 рублей. Смотрите, появились опять маленькие мячики Спарка 99 рублей. Тоже часто берут. И собачка, в общем, всем, кто играет, да? Так, дальше. Вот эти игрушки тоже уже были. У нас они очень давно, лет 5 точно. Две вот таких перчаточных куклы. Это единорог.
такой вот рог у него, вышитые глазки, такие вот цветочки на прическе. И дракон. Но это не пара. Каждый стоит отдельно 349 рублей. Думаю, будут скидки. Эти игрушки только заново вернулись в ассортимент. И можно будет подождать и купить их по более выгодной цене. Тут задней частью. То есть вполне такой вот реальный дракон. Можно играть, спасать принцесс и так далее. Дальше лошадь. Лошадь тоже из старой коллекции. Мы покупали на год лошади. В 2014 году она была как символ. Стоит она 399 рублей. Сейчас я ее найду. Вот она. Вот такие вот лошадки. Звездочка во лбу, глазки, грива. Только грива, вот у нашей лошади грива такая вот, ну, ворсистая, да, из длинного ворса. Здесь гриву сделали немножко другую. Она звездочками выстрижена, из более короткого меха. Я думаю, это плюс. Во-первых, дети не постригут. Мои дочки ее быстро так оболванили, и лошадка стала такая вот страшненькая. И хвостик у нас более пушистый. Вот новая лошадка мне больше нравится, то здесь никто ничего не навяжет, не отрежет. Так, дальше у нас идет кот. Этот кот тоже пропадал с продажи. Такой котик. Ушки. Хвостик. Давайте я тоже на свою камеру его сниму. Получится. В общем, на мою камеру общая серая масса получается. А мячики с парка футбольные. Ну, они давно уже в ассортименте. Всем известны. То же самое, что маленький, только большой. Потом у нас идет игрушка мягкая. Вандринг Хейр. Просто народе заяц. Вот такой зайчик. Кстати, у зайчика классный мех. Ну, вот видите, да? Ничего кривого, косого нет. Вот он прям вот идеально так сделан. Уши. Вот они, тапочки, лапочки. На руках у него ничего. Вот он сам. Хвостик, то есть прям такой вот реалистичный зайчик. Дальше у нас вот такая вот кукла-перчаточная змея. Одевается она вот так на руку. Мне на эту руку немножко неудобно. Ну, смысл вот, наверное, вот так вот. Полноценно открывающийся рот. Но здесь больше ничего нет. Но змея довольно-таки длинная. Так, значит, одну ячейку с игрушками мы с вами полностью посмотрели. Пойдемте теперь заодно больших посмотрим. Панда. 999 рублей. Панда такая большая. Многие спрашивают размеры реальные. Только реальный размер в сантиметрах есть на сайте. А так вот, смотрите, то есть, да, мой рост 1,70 м на фоне меня. Вот как эта панда выглядит. Хвостик. Слушайте, я думаю, все-таки орангутанга хвостов нет, потому что у всех остальных игрушек есть все части тела, которые у них существуют в природе, а орангутанга не было. Так, потом у нас вот такая же большая собака, как мы смотрели, маленькую. Сейчас будем искать этикетку. Вот она. Тоже овчарка. Бернская овчарка. Сейчас найдем ее саму. Тоже практически, да, натуральная такая величина. Коротконожка такая. Такой овчар. Язык. И вполне такой добрый взгляд. Золотистый ретривер, только уже большего размера. Угу. Все как надо, да, то есть такой уже подросший щенок, если с реальностью сравнивать. Моська. Глазик. Так, дальше у нас здесь будет слон, хаски, потом вижу большого медведя. Так, слон. Слон тоже очень большой, красивый. У слона большие уши. Такие вот уши, клыки, хобот. Ротик не обозначен. Вот такие вот копытца.
здесь вот такие вставочки, как вот у настоящих слонов, да, жесткие вот эти места, как коленки обозначены. Вот такой вот слон. Дальше у нас, ну, сибирская хаски. Наша российская собачка, очень любящая волю и побегать. Красотулина. Глазки одного цвета. У настоящих хаски глазки редко одного цвета бывают. Тоже вот хвостик, мордочка. Акит бы еще сделали, было бы совсем хорошо. Вот такой хась. И давайте покажу вам большущего медведя. Найдем сейчас на него ценник. Да, вот он. Бурый медведь. 1799. Ну, такой прям настоящий хозяин. Вот, смотрите, какой большой мишка. Просто огромный, да? Вот если как бы... Вот. Такой медведь. Со спины. Ну, даже прям, видите, такой вот горбик есть, как у наших мишек. Сейчас покажу вам покрупнее, что на лапах. Передние лапы, ну и на задних лапах подошвы выделены тоже другим цветом. Кстати, вот хвоста у него тоже нет, у медведя хвост точно есть. Так, у нас еще с вами два больших лотка с игрушками. Перчаточная кукла Саван, она давно в ассортименте. Цена. Вот такая вот совушка. Она со спины. Лица, я думаю, наш оператор вам ее покажет. Смотрите, пальцы можно вставить в крылья, и она будет не только, то есть, но вы еще будете ей порхать. Потом у нас идет орел. Ну, орел, конечно, очень интересный. Я как подразумеваю, это яйцо орла. Орел. Интересный, конечно, орел. Такой бедный, несчастный. Папу как будто оставили на гнезде. А, кстати, смотрите, он тоже перчаточный. То есть им тоже можно полетать, как и совой. И я думаю, яйцо можно по назначению как бы высиживать его, посадить, да? Так, дальше у нас это новинка. Подушка-рука. Ну, тоже используется как игрушка. Спокойно сюда умещаю свою руку. Прям вот до пальцев могу, если желание есть. Одеть, вот. То есть, ну, играть. Что еще с ним можно делать? Такая вот большая, хорошая рука. Ой, смотрите, вот этих товарищей давно не было, появились. Вот такие вот малыши на палечке. Лошадка. Этикетки у них больше, чем сами игрушки. Потом дракончик. Такой вот дракончик. Белочка. Такая вот белочка. Это все игрушки под одним артикульным номером продаются, только разного вида. Так, еще я нашла лягушку. Царевна, судя по короне. И вот здесь еще... Да нет, все. Потом, смотрите, есть вот такой набор пальчиковых кукол. Тоже у нас очень популярный. Наши клиенты постоянно заказывают, часто его привозим. Сейчас найду какой-нибудь пальчик, чтобы вам показать. Вот они здесь все в веревочке, не особо удобно. То есть, видите, да, на взрослый палец, вот на указательный лучше одену, на взрослый палец вполне, то есть этот медвежонок оделся. Привет, я Мишка. Так, дальше у нас семейство поросят. Нуф-нуф-наф-наф-ниф-ниф. Поросенок, модели различные. На самом деле модель одна. Отличаются эти друзья только цветом. То есть есть такой бело-розовый, серо-розовый. И рук мне не хватает, есть чисто розовый. Вот этот самый популярный поросенок почему-то. Ну, нравится, наверное, больше клиент. Давайте мордочку у него покажу. То есть у него нет таких вот этих кругов под глазами. Пятачок. Такой вот любопытный хвост. Еще одна новинка. Дракон, мягкая игрушка. 699 рублей. Это уже не перчаточный, это обычный. Крылья. В руке у него сердечко. Сердечко пришито. Никуда ничего не достается, не вставляется.
пасть, глазки. Вот такой дракончик. Дальше у нас будут лев и тигр. Они одинаково стоят, одного размера. Поэтому просто их по очереди покажу. Вот такой вот тигр. Хвост. Такой вот. Какая красивая киса. А льва надо найти. Льва, друзья мои, не вижу. Льва вижу только выставочным. Давайте снимать выставочный. Значит, вот такая вот мордочка грустноватая. Пасть, ну, такая вот, как бы просто обозначена, не открывается. Вот она, лохматая грива. Лапы. Задняя лапа. И хвостик с кисточкой. Носорог тоже стоит так же. 1299. Носорог такой хорошо набитый, плотный. Прям вот какой должен быть носорог в природе. Такой вот носорог. Я покажу вам его с других ракурсов еще. Такой красавец носорог. Так, ну что, у нас последний лоток с игрушками. Кстати, вот о чем я вам говорила. Волка я вам уже показывала, появились красные шапочки. Ну как же, бабушка с волком появились, а красная шапочка это где? Капюшон съемный. То есть здесь вот сейчас на образце это все зафиксировано. Смотрите, вот такая красная шапочка. Неудобно. Вот такая красная шапочка. Капюшон у нее съемный. То есть можно совсем отстегнуть, но имейте в виду, теряется быстро. Мои быстро девки потеряли. Вот тут он застегивается. Юбочка несъемная, тут у нее штанишки, все как надо, туфельки. Вот такая вот красная шапуля появилась. А дальше из новинок эльф. 399 рублей. Тоже очень давняя игрушка, но снова в продаже. Штанишки, туничка, шапочка, ну и, как понимают, все-таки больше мальчика эльф. Хотя давайте в комментариях поспорим, мальчик это или девочка. У кого такие игрушки есть, кто считает, кто кем читает. Так, вампир. Вампир очень интересный, голубого цвета. Имеются другие цвета, но, честно, мы их ни разу не встречали. Вот такой вампир. Плащ у него. Плащ не снимается, просто подгибается. Здесь вот прорисованы ноги. Ручки. Ручки такие, плеточки висят. Капюшон. Глаза, зубы. Всем известный котик из серии Лото. У нас, кстати, это одна из любимых игрушек. Мы ходим с ним в сад. Сейчас покажу этого котика. Кто-то уже поиздевался. Смотрите, фишки у котика. Очки. Трик. Можно снять, можно одеть. Рюкзак. Рюкзак тоже съемный. Мало того, что он еще открывается, мы туда прячем что-то маленькое, совсем какую-то маленькую игрушку, и как бы котик у нас ее несет в садик. Такой вот котик. Котик 299 рублей. Дальше появился этим летом Мишка. 299 рублей. Очень такой милый, настоящий Мишка, какие были, наверное, все-таки в нашем детстве. Следующая игрушка львенок. Вот такой вот малыш. Видите, у него даже еще разного цвета шкурка, да, как у настоящих львят. Что-то в пятнах. Она что-то говорила по сердцу. Так, сибирская хаски есть тоже малышом. Вот. Вот такой маленький хосенок. Такая вот чудная мордочка, немножко кривоватая, но все равно вполне натуральная игрушка. Так, кто у нас дальше? Дальше у нас вот такой вот мини-зоопарк. 179 рублей стоит каждая. Слоник, то есть те игрушки, которые мы с вами видели сейчас крупные, это тоже самое маленькие. Тигр. Дальше панда. Есть еще лев. Ну, наверное, все. Вот льва хочу поближе показать. Он прям вот более такой
действительности соответствует. Тоже давнишняя игрушка мыши. Серый, коричневый, белый. Такой букет из мышей. Есть большие. Это крыса уже. Тоже натуральная величина. Вот это единственная из игрушек, которая мне прям не нравится. За счет того, что она уж больно натуральная. Она есть еще черная. С серым хвостом и серыми лапами. Вот такой крыс. Дальше. Сова. 399 рублей. Кстати, я думаю, мамы согласятся. Вот за такую игрушку 399 рублей это очень недорого. У нее снимается пиджачок. То есть можно полностью совушку раздеть. Ножки в носочках, штанишках, глазки, то есть вот все, вот какая должна быть совушка, на самом деле такая вот добрая, в халатике. Здесь, значит, не халатик, а пиджак. Так, ну и что, у нас еще осталось две игрушки, они такие вот, ну, условно, да, игрушками можно назвать. Это вот такой скейтборд-подушка. Большая. Изнутри сделано так, как настоящий скейтборд, то есть колеса, все сцепки, все как должно быть. Стоит на 599 рублей. Сейчас я вам покажу артикульный номер. Так, вот артикульный номер. И вот такой вот робот. Сейчас мы вам еще и робота покажем. Вот такой робот. Ручки у него такие вот набиты. Ну, здесь, соответственно, ничего не снимается, не оттягивается. Это больше функционал такой подушки-игрушки. Ну что, друзья мои, мягкие игрушки мы с вами посмотрели. Не забывайте писать в комментариях, что бы вы желали увидеть на нашем канале, какие обзоры вам подготовить в следующий раз. Всем спасибо, до новых встреч!